Надежны ли сложнейшие системы, защищающие его жизнь и здоровье? Множество вопросов волнует мировую науку. Космодром. Во имя науки, во имя человечества. Земля, я космонавт. Проверку связи закончил. Самочувствие хорошее, к старту готов. Экраны телевизоров следят за ним. Вот он. Скорость корабля около 28 тысяч километров в час. Высота 300 километров. Все работает отлично. Все работает отлично. На снижение. Снова перегрузки еще сильнее, чем при взлете. Спортивный комиссар. Врач. И первое сыновье слово Никите Сергеевичу, который так много сделал для развития нашей ракетной и космической. Все научные задания выполнены. Он бодр и здоров.